Вот Володя прибежал, говорит, звонил. Работает Володя здесь. Глушков звонил. Надо сементом разгрузить мешки. Ну иди. Только пришел и говорит, а у меня тесто в лагере. Я за тестом надо. Ну давай. О, к слову сказать, ездить. Тесто везет Володя. Представьте, на велосипеде. Техники-то у нас не ходят. О, пошла надежда моя. Сейчас посмотрим, что он везет. Да ты упадешь еще, подожди. Не-не-не, остановись, покажи, что у тебя там? Тесто. Ну-ка. Тесто у него. Это ты будешь сейчас стряпать, да? Да, хлеб буду стряпать. Ну давай, во славу Божию. Ага. Это он в своем доме. Надежда Васильевна, далеко пошла? Вот, работает моя половинка. У тебя что сегодня, день рождения ангела? Давай. Вот, день рождения в одно время, а день ангела другое. Вера, надежда, любовь, она надежда. Вот так. Вот поворачиваю, Володя. Пожалуйста. Везет сюда. О, видимо, комбайн отремонтировали вдоль деревни. Видно комбайн. Что-то Надежда Васильевна развернула ее сюда. Хорошо иметь друзей в окружениях, а враги, они появляются и исчезают. Это все временное. Враги. Как Мочалин написал, сколько врагов? Вопросительные, восклицательные. А сколько друзей? Три восклицательных. Вот и все. Знаки указывают, сколько. И никого нигде нету. Все ворчали, которые там писали, бурчали, упыри. Ну, как угодно, ругались, никого нигде нету. А мы делаем и делаем. У нас нет времени глупостями заниматься. Они пляшут вокруг нашей колокольни, а не мы. Мы на своем месте стоим. О, выплывает. Я его, может, не вижу даже, где он. Видно, нет. Плохо у меня отражается. Это его или не его, не знаю. Вот только показать, минутное дело, попутно показать. Моя голубятня, вот голуби сидят. Вы понимаете, ну сколько радости в деревне, сколько разнообразия, красок. Это моя коротенькая жизнь. И она наполнена таким светом. Вот он объезжает эту, поставила она. Открой дверку, ты открой! Это деревья поехали. Надежда Васильевна, это слава Старков. Строил, уехал. Сейчас священником Московской патриархии. Вот и все. Бегом бегай, бабка. Вот видишь, еще трусит. А дело-то под 80 подходит. Часы опаздывают, часы показывают. Вот бегать еще умеет. Есть, говорит, порох в пороховнице. Вот она. Бегом с тачкой. Так. Как интересно. А Никиты нету дома. Он пасет сегодня за барабашей. За всех полдня, пока школьники в школе. А за барабашей полностью. Потому что школьник 15-летний Рема на тяжеловесной технике. На легковой здесь работает. Вот так. Володя сейчас только склепал. Не было у заслонки в русскую печь. Ручки. Ну, я достал ленточки такие, ленты железные. Привез на заклепки, сходил, принес
по металлу. Ножовочку. А что такое? А мне надо, чтобы тесто складывать, чтобы оно... А откуда у тебя эти тарелки? А мы там нашли же вчера с вами. А, вчера, которые копали землю, да. Лопата не лезет. Ну, потихоньку раз, тарелка. Дальше начал копать, сажу куда высыпать. Нет, вторая тарелка. А тут то, что... под землей целая столовая. Это мы то, что вчера замазали печку, вот глина с водой, с песком. Она хорошо отмывает. Ну вот видишь, вот. Вот не надо никакой химии. Вот сейчас бы в городе химию там выливают, отравляют воздух, воду. Вот, вот мы вытащили кровать. Уже находится человек, который может взять. Она нам не нужна. А вон какая зелень грядка. Это у матушки, у нее в 4 огородах. Везде все растет. Она агроном. Закончила техникум, институт аграрный. С исследовательским институтом сотрудничает. Матушка. Она не побирается, у нее все свое есть. Пожалуйста, сколько у нее тут мешков? Ну, человек капризный, может ко всему привязаться. Надо пользоваться тем, что Бог дает. Добро. Вот я вышел, показал тесто, как плывет. Это сейчас съездил за ножовкой по металлу. Отпилили полоски металла, нашли у Павла. О, закрыли. А что ты закрылся? Тесто должно быть в тепле. В тепле. Так на улице-то теплее, чем здесь, наверное. Нет, я сейчас топить буду. Там ветер. Да ты затопить сейчас будешь? Конечно. Ну ладно тогда. А я паутину сейчас гоняю. Вот, взял веник. В городе-то тоже это требуется. Пожалуйста. Навязал на него, ну и пошел. Везде мухоты полно, дохлой. Необходимо это? А трубу поставить не можем, насадить 2 метра. Нету бандажа. Вот это посередке бандаж, который сцепляет трубу. Это в магазине не было, а сейчас Игорь не до этого. Вот так, сейчас буду заниматься плинтусами. Вот. Плинтусами. Принтесовка нанесся старый.